Привет, друзья! С вами Иванова Галина. И сегодня я хочу вам показать, как сделать вот такие цветочки. Делаются они очень просто, быстро. Можно легко сделать их очень много. И получается вот такая веточка с цветочками. Мне она понадобилась для украшения веточек вербы. Можно использовать их для украшения открыток, поделок. Я думаю, вы найдете им применение. Складываются цветочки из квадратов любых размеров. Можно делать и маленькие, и большие. Я брала 10 на 10 сантиметров. Ну что, начнем? Складываю деталь по диагоналям. С одной стороны и также с другой стороны. Разворачиваю и обязательно переворачиваю на другую сторону. Теперь складываю деталь по двум сторонам. Разворачиваю и также складываю с другой стороны. Теперь беру вот таким образом, чтобы сверху у меня был сгиб, и вот так свожу стороны в середине. Получается базовая форма двойной квадрат. Вот здесь у меня глухой угол, где бумага не раскрывается. И отсюда каждую сторону сгибаю к серединке. И так делаю с каждой стороны. Деталька выглядит вот так. Отворачиваю уголок и расплющиваю эту сторону. Вот так. Перелистываю. И так делаю с каждым уголком. Перелистываю таким образом, чтобы здесь была сплошная сторона. И вот этот верхний уголок по этим вот линиям складываю сюда вниз. Делаю так на всех четырех сторонах. Перелистываю опять, вот, чтобы были сплошные стороны, и опять уголочки складываю вниз. Нужно сложить эту заготовку вот по вот этой линии и по вот этой с двух сторон. Для этого вот так сгибаю сюда вверх, прожимаю с одной стороны и также прожимаю с другой стороны. Можно воспользоваться ножницами, прожать этот сгиб. Вот так получилась деталька выглядит. Теперь смотрите, вот эти сгибы будут у нас внизу. А вот этот хвостик, сгиб у нас будет вверху. То есть сгибаю вот этот хвостик вот таким образом. И вот эти как бы поднимаются стороны. Вот так. И деталька выглядит вот так. Теперь я держу деталь вот таким образом, слегка придерживаю ее за хвостик тут сверху, а вот эту часть раскрываю.
Вот так. И она, видите, вот таким красивым образом раскрывается, как цветок, распускается. И получается вот такой цветочек. Я сделала три таких цветочка. И можно их оставить такими. А я еще листики вот так, лепестки вот так немножко закручиваю. Можно даже просто пальцами. Можно с помощью ножниц, пинцета. Кстати, а какие цветочки вам нравятся больше? С закругленными лепестками или вот с такими прямыми? Пишите в комментариях, мне очень интересно ваше мнение. Спасибо за ответ. Вот, ну вот примерно вот так. Можно сделать и такой цветок. Мне он тоже нравится. Теперь сделаем стебель для цветочков. Для этого я отрезала от листа формата А4 полоску шириной 7 сантиметров, длина примерно 29 сантиметров. Складываю вначале ее вдоль наполовину, а теперь вот эти уголочки сгибаю в середине с двух сторон. Вот, и еще разок к середине. Чуть-чуть можно не доходить. Можно вот так вот сделать. С одной стороны и с другой стороны. Почти самолетик. Теперь обе стороны складываю к центру. Тоже не доходя, буквально миллиметр, чтобы потом было проще сложить. Также делаю с другой стороны. Если стебель нужен более длинный, то просто подклеить еще немножко бумаги сюда снизу. И еще разок складываю лист к середине. Получился вот такой стебель. Сгибаю его наполовинку. Сверху вот здесь его можно так открутить. И наполовину сгибаю. Вот сюда вклеиваю вот таким образом цветочки в стебель. Использую густой столярный клей ПВА. И потом прижму канцелярскими зажимами, чтобы получше склеилось. Итак, дальше вклеиваю сюда три цветочка. Можно сделать 5, можно вообще один и добавить какой-то букет. Вот в результате получилась такая веточка. Можно сделать 3, получится букетик. На мой взгляд, смотрится очень симпатично. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Если мои цветочки и мастер-класс понравились, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А на сегодня все. Пока!